Ребята, всем привет! Меня зовут Хелс Натали, я нутрициолог, и я рада видеть вас на своем YouTube-канале. Сегодня я с вами поговорю о том, почему я лично не люблю добавки из аптек, какие альтернативы я вижу, как я их выбираю. В общем, сегодня все это обсудим. Если вам интересно, актуально, если вам важно мое мнение, то обязательно продолжайте смотреть. О важности витаминов и минералов для нашего здоровья, для нашего организма не знает и не говорит только ленивый. Действительно, витамины и минералы являются кофакторами огромного количества реакций. Они участвуют во всех абсолютно процессах в организме, они участвуют в детоксикации, участвуют в регуляции гормонов, в общем, много-много всего. Об этом у меня есть целый отдельный вебинар про витамины, если не смотрели, то обязательно посмотрите. Но сегодня мы будем говорить про аптеку, и первый пункт, по которому я не люблю аптечные добавки, это неактивные составы. К сожалению, то, что мы действительно видим на полках аптек, это очень часто неактивные вещества. Давайте мы с вами начнем наш разговор с минералов. Минералы у нас бывают в двух формах: неорганические и органические соединения. Если мы говорим про неорганические, то как раз-таки, чтобы они усвоились, нужно, чтобы очень-очень много факторов совпало. Да, у нас должна быть хорошая кислотность желудочного сока, у нас должен быть оптимальный уровень белка. Конечно же, с возрастом мы должны понимать, что усвоение минералов будет снижаться. Если у нас есть какие-то проблемы в ЖКТ, процент усвоения будет еще меньше, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сразу здесь оговорю важный момент. Когда вы видите на баночках с витаминами какие-то страшные проценты, там 125% от суточной нормы, либо может быть 1000% от суточной нормы, и вам кажется, что это перебор, зачем мне столько, ребята, успокойтесь, расслабьтесь. Получите вы от этого, ну, такую мизерную часть, что вы даже себе не можете представить, потому что дойдет это до клетки просто в каких-то минимальных количествах, в общем, этого точно не пугайтесь. Если мы говорим про органические соединения минералов, то здесь уже совсем другая история, усвоение у них будет гораздо лучше. Дело в том, что в органической форме сам ион минерала, он уже соединен с какой-то органической либо аминокислотой. То есть по факту эти формы так называемые хелатные формы. Что такое хелат? В переводе с греческого это клешня. То есть там аминокислота либо органическая кислота как клешней держит в себе вот этот вот минерал. Соответственно, попадая в ваш организм, уже меньше влияет состояние желудочно-кишечного тракта, кислотность, наличие белка, потому что уже как бы форма условно подготовленная, и процент ее усвоения будет гораздо выше. Давайте приведем конкретный пример. Возьмем цинк и магний, самые часто, наверное, сегодня используемые минералы. Если мы посмотрим на аптечные полки, то увидим, скорее всего, там цинк и магний в форме оксида либо сульфата. Это не самые хорошие формы для усвоения, потому что мы уже говорили, что нам нужны хелатные. И лучше выбирать тот же самый магний в форме цитрата, в форме пиколината, в форме малата, таурата. Много разных есть форм, разных хелатных соединений. Ну а цинк самая такая известная форма — это пиколинат цинка. Можно использовать глюконат цинка, цинкарнозин, уже в зависимости от какой-то вашей цели, но тоже лучше выбирать хелатную форму. Если мы говорим про витамины, то тут немножечко другая, но тоже очень интересная история. Когда какой-то витамин попадает к нам в организм, например, с пищей, давайте рассмотрим на примере фолиевой кислоты. Фолиевой кислоты очень много содержится в зеленых овощах, в листовой зелени, и когда она попадает к нам в организм, это фолиевая кислота, этот витамин В9, чтобы он превратился в какое-то вещество действующее, да, которое уже сможет оказывать какие-то свои реакции, да, участвовать в каких-то реакциях, должно совпасть ряд каких-то определенных условий. Да, то есть какие-то должны быть кофакторы для усвоения. Должен преобразоваться вот этот неактивный элемент, неактивный витамин в активный. И если у вас есть какие-то генетические истории, какие-то генетические поломки, если у вас недостаточно тех же самых кофакторов, то этого перехода может, к сожалению, не произойти. И вы не получите из фолиевой кислоты, из листовой зелени и так далее, не получите активное вещество, в данном случае конкретно это 5-метил-тетрагидрофолат. И поэтому, когда вы выбираете активные формы витаминов, вы как бы страхуете вот эти реакции, то есть вы думаете, ага, а вдруг у меня какая-то генетическая история, генетическая поломка, и этого перехода не произойдет. Лучше я от греха подальше выпью сразу активную форму, и действительно очень часто во многих случаях это решает проблему. Конечно, есть нюансы, потому что
в идеале выбирать под каждого какую-то оптимальную форму, в зависимости от того, что происходит с вами вот в конкретный момент времени, изучив какие-то ваши биохимические процессы. Но в целом запомните, что все-таки активные формы лучше, чем неактивные. Именно поэтому я не люблю аптечные добавки, потому что там с этим есть вопросики. Следующая причина моей нелюбви к добавкам из аптек – это их низкие дозировки. Мы уже коснулись немножко этого в первом пункте, но сейчас еще раз об этом прицельно поговорим. Если мы видим, что там у нас на каком-то витамине суточная дозировка, где-то может быть даже 1000%, 10 000%, мы этого боимся. Мы думаем, что мы сейчас устроим себе такой передоз, что просто у нас этого витамина будет вообще обалдеть сколько, и мы не будем знать, что с ним делать. Не переживайте, в большинстве случаев, конечно же, процент усвоения будет минимальным. Если мы говорим про какие-то водорастворимые витамины, то их вообще не страшно передозировать, они очень быстро выведутся с мочой. Даже если этот витамин накапливается в печени, то все равно эта история не опасна, скажем так, да, потому что он будет просто там сидеть, держаться, да, ждать своего часа и постепенно-постепенно расходоваться на какие-то свои нужды, но это будет просто происходить какой-то длительный период времени. Это первый момент, поэтому все-таки дозировок больших мы не боимся. Дальше, важно понимать, что делает большая дозировка. Если у вас какой-то глобальный серьезный дефицит витамина и минерала, то 1000%, которое написано на банке, иногда даже 10 000% и 20 000% этого дефицита могут не закрыть. Опять же, из-за возраста, из-за неоптимальной работы ЖКТ, из-за еще каких-то сопутствующих факторов. И поэтому нам важно, чтобы в моменте быстренько закрыть дефициты, использовать достаточно серьезные дозировки. Иногда там может быть 125 000%, и это не страшно. Если это принимается все по показаниям, то это принесет вам только пользу и никакого вреда, так что за это не переживайте. Еще один очень важный момент, если мы говорим про витаминно-минеральные комплексы, все-таки все витамины, минералы, они так или иначе находятся в какой-то взаимосвязи, то есть они связаны между собой. Прием одного витамина либо минерала часто может истощать запасы другого, это очень важно. Поэтому, если мы говорим про прием комплексов, то там эти проценты, процент усвоения из этих комплексов еще нужно поделить примерно там на 3, потому что, конечно же, за счет вот этой вот антагонистической связи усвоение будет только уменьшаться дополнительно. И следующий момент, который я хотела бы затронуть, он уже более такой ювелирный и более такой, знаете, значимый, когда мы решаем какие-то серьезные проблемы. Ко мне на консультации часто приходят люди с какими-то жалобами, и я понимаю по жалобам, по анализам, что нам нужно ввести конкретный один какой-то витамин, да, например, B2, чтобы перестроить какой-то углеводный обмен. Если я назначу этому человеку какой-то витаминно-минеральный комплекс, что он сделает, даже если он в активных формах? Он просто будет поддерживать всю вот эту вот неработающую цепочку. Он не изменит ход биохимических реакций, которого я хочу добиться. Поэтому я буду использовать какой-то один монопрепарат, тот же самый B2, в хороших дозировках, которые, конечно же, будут в разы превышать суточную потребность, но это позволит мне перестроить вот эту вот биохимически неправильно работающую реакцию. Понимаете, да? И дальше, когда уже эта реакция начнет работать правильно, со временем, конечно же, я смогу использовать уже комплексы тех же самых витаминов группы В, чтобы поддерживать ход этой реакции. То есть первое, перестраиваем и только потом уже поддерживаем ее течение. Это очень важно, пожалуйста, имейте это в виду, когда вы длительно принимаете какие-то комплексы, а результата, по сути, не видите. Ну и последний момент, почему же я не люблю аптечные добавки, это то, что непонятно, какое сырье там используется. К сожалению, здесь работает правило, что хороший качественный товар не может стоить дешево, он не может стоить 3 копейки, потому что если мы говорим про какое-то органическое сырье, которое где-то там выращивалось, ничем не удобрялось, это одна история. Если мы говорим про то, что там все это выращивалось именно на экспорт максимально быстро, туда максимально всяких удобрений, химикатов заливали, чтобы увеличить объемы продаж, то, конечно, история ну так себе. И лучше я переплачу, но я буду знать, что я купила качественный, хороший товар. Лично для меня это важно, это принципиально. Поэтому я выбираю в основном какие-то
добавки не из дешевого сегмента. Если мы говорим про eHerb, то это какие-то профессиональные линейки типа Торн. Ну, конечно, бывают и дешевые линейки там более каких-то бюджетных компаний, но тоже есть неплохие препараты. Здесь все-таки я уже как с опытом, да, я уже понимаю, что работает, опробовано многое на мне лично, на моих родных, на моих клиентах, и понимаю, что не работает. Это первый момент. И второй очень важный момент, все-таки, ребята, вы должны понимать, что и iHerb, и аптека, по сути, это площадки для продажи. То есть там присутствуют абсолютно разные производители, абсолютно разные дозировки, действующие вещества, конечно, там разные ингредиенты. Поэтому нету такого, чтобы все на iHerb все хорошее, в аптеке там все плохое. Нет. Везде, наверное, можно, если поискать, что-то найти, конечно, будут разные цены, стоимости и так далее. Но все-таки в аптеках найти какие-то хорошие активные витамины с действующим хорошим веществом, в правильной дозировке, особенно если мы говорим про выбор монопрепаратов, то там этого просто нет. Да? То есть там, если что-то закупают, там тот же Салгар сегодня стали закупать за границей и продавать в аптеках, да, пусть он там стоит условно в 3 раза дороже, чем на iHerb, но там можно найти что-то действующее. И опять же, бренд ни в коем случае не будет говорить о том, что там у него все хорошие конкретные добавки. Нет. Безусловно, будут и активные составы, и неактивные, поэтому важно и нужно читать этикетки, чтобы в этом чуть-чуть разбираться, ориентироваться. Тогда вы выберете именно то, что изменит какие-то ваши жалобы и вашу ситуацию в целом. Ребят, я всем нам желаю, чтобы добавки стали более доступны, чтобы было как можно меньше проблем с их доставкой, чтобы сырье было самое качественное, дозировки оптимальные, ну и, конечно, нам всем знаний о том, как их правильно выбирать. Кстати, если вы хотите научиться их выбирать, то приходите обязательно ко мне на курс по здоровому ЖКТ, мы с вами будем разбирать подробно все добавки по желудочно-кишечному тракту, разберем все болезни ЖКТ, в общем, будет очень интересно, всех вас жду на курсе, и с вами мы увидимся совсем скоро в новом ролике. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.